Всем привет! Скучали? В этом видео у меня будет для вас задание. Вам нужно будет посчитать, сколько раз Влад А4 появился у меня в видео. Самые внимательные попадут в следующий мой ролик. Ну а также не забывайте подписываться на наш инстаграм. Там выходят коротенькие вайны. Ну и меньше разговоров. Поехали смотреть видос. Мда. Это был день мучений и страданий, ведь я опять отправлялась в школу. Когда же я уже отдохну? Школа была напротив моего дома, поэтому даже дома я видела ее из окна. Мои шторы всегда были закрыты. Маму это бесило. Нет, смотри, а! Опять шторки закрыты! Сидишь как в темнице! Тебе вообще как? Мам, ну мне нравится сидеть в темноте. Что здесь такого? Ты что, форточку открыла, что ли? На улице зима! Вообще-то не май месяц! Это ужас какой-то! Это кошмар просто! Но еще больше мамы меня бесила малая. Она постоянно раскидывала все игрушки по дому. Я огорчилась. Вспомнила, как было чисто до ее прихода. Но однажды малая очень сильно меня выручила. Не-не, она не подожгла школу. Хотя она может. Дело было так. Надоела учеба. Но почему я должна страдать? Я пнула портфель. Сломала палец. Не могу больше так жить. Решила просто лежать. И будь что будет. Почувствовала, что от меня воняет. Лежать вонючий не очень охота. Легла. Поняла, что не написала предсмертную записку. Написала, прошу винить математичку. Легла. Живот начал урчать. Захотелось есть. Голодно, лежать уж точно не охота. Открыла холодильник. Но в холодильнике кроме капусты ничего не было. Пожевала капусту. Легла. Услышала музыку. Пошла посмотреть, что там случилось. Отец танцевал тренд. Хоть кому-то весело в этой жизни. Однажды ко мне в комнату зашла младшая сестра. Я сказала, чтобы она вышла. Сестр, почему ты так строга ко мне? Я же, может быть, хочу тебе помочь. Ну и как ты мне поможешь, скажи? Избавишь меня от математички? Ну, допустим, я тебе скажу, что я, ну, смогу это сделать. Что? Ну как? Ну, понимаешь, у меня есть друг, который избавляет меня от всех людей, которые мне неприятны. Тебе, наверное, приснилось это? Такая чепуха. Ну доверься мне. Приведи завтра математичку в парк, где мы обычно гуляем. Днем. Я не поведусь на эту чепуху. Ну как хочешь. Ладно, стой. Рассказывай, что это за друг и как ты избавишь меня от математички. Не-не-не, никакой информации о моем друге. И еще, чтобы я его попросила, ты мне должна принести кучу вкусняшек. Что? Где я тебе возьму сладенькое? У меня денег нет. Я стащила деньги у мамы и купила малой конфет. Она так и не сказала, как она избавит меня от математички. Сказала только, что завтра Тамара Ивановна должна быть в парке к обеду. Боже мой, как же задолбала ты математичка со своими контрольными. Уже сил никаких нет. Эй, Лиска! А что, если, допустим, я смогу сделать так, что контрольных больше не будет никогда? Интересно, как? Ты сможешь убрать математичку? Ну, допустим, да. Что? Тамара Ивановна, можно вас? Что, Иванова? Давай быстрее. У меня сейчас сериал должен начаться с минуты на минуту, и я опаздываю. Ну просто, это очень долгий путь. Вы не успеете на свой сериал? Давайте, я вам покажу короткую дорогу. С каких это пор? Ты интересуешься, чтоб я быстрее добралась до дома? Ну, я переживаю за вас просто. Иванова, мы уже час идем по этому лесу. Где твой короткий путь? Малая говорила вроде бы про этот парк. А? Да. Иванова! Ты меня слышишь вообще? Если я опоздаю на свой сериал, завтра на контрольную можешь не приходить. Двойка тебе так и так обеспечена. Что это за звук? Не может быть! Похоже на сиреноголового! Какой противный звук! Что? На какого голового? Нам не спастись! Иванова! Ты куда? Тамара Ивановна, бегите! А! А!
Кем? Ну, Жорик. Его зовут так, друзья. Ну что, забрал математичку себе? Слушай, давай прикажи этому Жорику, чтобы он ее не ел. Я отпустил. Скажи, что мы пошутили. Не могу. Он, наверное, ее уже сожрал. Пошли скорее ее спасать. Да мы же не успеем. Он далеко ушел. Как ушел? Куда ушел? Скорее всего, он ушел из города, так как у него день рождения, и он отмечает его в другом городе. Дальше было все как в тумане. Мне везде мерещилась Тамара Ивановна. Я не могла спокойно жить. Лиска! Лиска, я чудовище! О, понятно. У кого-то опять началась депрессия. Ты не задавалась вопросом, почему нас больше не ведет алгебру Тамара Ивановна? Лиска, я... В общем, сиреноголовый Лиска ее сожрал. Так, подруга, слушай. Можно, пожалуйста, я не буду принимать в этом участие? Хорошо? Угу. Давай, завтра увидимся. Ну и не верь. О, привет, мам. Да, Тамара. О, доча, поздоровайся с Тамарой Ивановной. О, я пошла в школу. Опять эти глюки. Куда ты? Ты что? Тамара Ивановна, говорю. Что? Тамара Ивановна, вы настоящие. О, чего? Ну, Тамара Ивановна, как вы убежали от него? Иванова, так я ж мастер спорта по бегу. Меня еще никто не догонял. Я так рада вас видеть, Тамара Ивановна, можно со мной? Но, пожалуйста, без обнимашек. Иди-ка в школу, сегодня будет контрольная. И предупреждаю, поблажек никаких не будет. Не буду, увидимся в школе. О! Странная какая-то, надо бы... Церковь ее сводить. Тамара Ивановна, а вы угощайтесь, вот конфетка вот вам. Я не Тамара Ивановна. Что значит? Эй, подожди, ведь еще не все. Если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь пальчик вверх. Ваши лайки безумно вдохновляют. Ну и увидимся очень скоро. Для всех целую, обнимаю. Пока.